Помимо усиленного режима работы, в новогодние праздники сотрудники Ульяновского отделения МЧС организовали и полевую кухню. В самом эпицентре празднования светлого праздника Рождества Христова на площади Ленина у Владимирского сада спасатели установили большую и теплую палатку, где согревали жителей гречневой кашей и горячим чаем. Именно здесь, у главной елки губернии, развернулись масштабные праздничные гуляния с песнями, танцами и катанием на горках. Согреться после прогулки и активного отдыха горожанам помогала простая, но вкусная еда. В гости к спасателям в течение дня зашли 721 человек.